Бисмиллахиррахманиррахим. Альхамдулиллах. Инналхамдулиллахи нахмадуху ва настаинуху ва настагфируху. Ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайиати а'малина. Ман яхдихиллаху фала мудилля лах, ва ман юдлилху фала хадия лах. Ва ашхаду ан ла илаха илля Аллаху вахдаху ла шарика лах. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры, сегодня по милости Всевышнего Аллаха наступил последний месяц в череде месяцев, которых Пророк саллаллаху алейхи вассалям особым вниманием, скажем так, для нас выделил. Это месяц последний в череде этих месяцев, но первый месяц в году. То есть три месяца Пророк саллаллаху алейхи вассалям назвал запретными, которые идут один после другого. Это Зуль-Каада, Зуль-Хиджа и этот месяц, в котором мы сейчас находимся, месяц Мухаррам. Этот месяц знаменателен тем, что Пророк саллаллаху алейхи вассалям, он сказал, что после месяца Рамазан, месяц Мухаррам является лучшим для того, чтобы поститься его. То есть поститься, скажем так, не весь месяц, а поститься, наверное, по своим савабам. То есть месяц Мухаррам, он находится в приоритете по сравнению со всеми остальными месяцами года. Вообще само по себе разделение месяцев, да, им придание каких-то названий отдельных, по милости Всевышнего Аллаха, в мусульманском календаре оно имеет особое значение, да, то есть, допустим, месяц Зуль-Хиджа. Зуль-Хиджа — это все паломники едут в хадж. Месяц Рамадан, да, что такое Рамадан? Рамада — это значит, когда что-то прямо испепеляющее, да, такое палящее солнце, очень жарко. И у каждого месяца имеется свое значение. И Аллах, Субхану ва Тааля, он в Коране говорит: «Аузу биллахи минаш шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим, инна индату шухури инда Аллахи исна ашира шахран фи китаби». Поистине число месяцев у Всевышнего Аллаха 12 в его книге, то есть в Коране. Яума халяка самавати валя арда минха арбату хурум. И из этих 12 месяцев, которые Аллах Субхану ва Тааля сотворил, когда Он сотворил небо и землю, 4 являются харамами, то есть запретными. Запретными в каком плане? Запретными в том плане, что в эти месяцы, по сравнению со всеми остальными, нам надо особенно, да, придать внимание тому, чтобы выделить дополнительное время для поклонения Всевышнему Аллаху, выбрать дополнительные дела, добрые, да, у которых есть саваб, чтобы их совершить в этот месяц. Дополнительные виды поклонения для себя, и один из них является пост, о нем мы еще поговорим. И в этот месяц, по сравнению со всеми остальными, то есть, если мы совершим какое-то неправильное деяние, оно тоже имеет такое оттечение. То есть, если мы в другие месяцы совершим что-то неправильное, у нас условно будет за это одно, да, скажем так, один куна, то есть один грех, то в этот месяц он удваивается, утраивается. Но Аллах знает лучше. И поэтому в эти месяцы надо особенно, скажем так, сконцентрироваться на поклонении Всевышнему Аллаху, Субханаху ва Тааля. В преддверии 10 месяца, это у нас вот наступающая суббота, альхамдулилля, по милости Всевышнего Аллаха, чтобы все мы до этого месяца, до этого дня добрались, это месяц Ашура, то есть день Ашура, 10 день месяца Мухаррам. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды
увидев то, что Бану Исраиль, то есть евреи, они празднуют, иудеи празднуют этот праздник, он спросил у них, а что вы празднуете, что за это за праздник? Очень известный хадис, его, наверное, большинство, если не все, да, хадисоведы привели. И тогда люди из Бану Исраиль, иудеи, сказали в этот день, Аллах, Субхану Аталя, спас народ Моисея, народ Муса, алейхиссалам, от гнета фараона. И в благодарность за эту милость Всевышнего Аллаха мы постимся. Но это, наверное, был больше не пост, а такой айта, то есть праздник. Они также, как мусульмане, там, одевались красиво, устраивали застолье, приглашали друг друга в гости. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал, что мы, то есть мусульмане, обладаем больше прав в отношении этого праздника и, соответственно, в отношении поста в этот день. То есть, если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал, «Ана хак», то есть у меня больше претензий в отношении этого праздника, потому что я как бы больше отношусь из всех живых на земле к Ибрахиму алейхиссалям, к Мусе алейхиссалям и всем пророкам. А с другой стороны, мы, то есть мусульмане, народ, который стоит на истине, то есть умма, которая ведет к Всевышнему Аллаху, она ближе к тем людям, которые были с Муса, алейхиссалям, и у нас тоже больше прав на этот праздник. И поэтому мы также его должны отмечать. Каким образом? Это, скажем так, шукр Всевышнему Аллаху, его милости, которую он проявил к Бану Исраиль во время Муса, алейхиссалям. Очень много хукмов, да, из этого хадиса. У нас основная тема наших лекций в понедельник является фикх хадисов. Поэтому, если немного отступления сделать, то из этого хадиса мы видим две вещи. То есть те, скажем так, предания, которые доходят от других пророков до нас, они тоже могут быть для нас доказательством, то есть какие-то истории. А пророку, саллаллаху алейхи вассалям, не было вахи. То есть, скажем так, Джибриль, алейхиссалам, он не приходил и не говорил, что в этот день надо поститься. И что в этот день Муса, алейхиссалам, он был освобожден от гнета фараона. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал общим правилом для нас, для мусульман, то есть хадису ан бани Исраиля фаля харадж. То есть мы можем рассказывать истории, которые были у них в преданиях, которые они говорили, если они являются, ну, достоверными в плане того, что они не противоречат тавхиду, нашим столпам единобожия. И поэтому, если мы откроем книги по истории, да, Ибн Касира и других наших, скажем так, авторитетных историков, которые передались, скажем так, цепочку развития пророческих миссий от Адама, алейхиссалям, то там многие истории взяты именно из преданий Бани Исраиль. И в этом никакого хараджа, то есть никаких проблем не было. Проблемы были с теми преданиями, в которых говорилось, что там пророк, который должен прийти, он не похож на Мухаммада, он не будет из арабов. И вот эти все другие, скажем так, манипуляции, инсинуации в отношении преданий, конечно, они не берутся. Но, в общем, то, что не противоречит основам нашей религии, аль-хамдулля, по милости Всевышнего Аллаха, и мы, и Бану Исраиль, они до сегодняшнего дня используют. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал одну небольшую ремарку по поводу именно поста в день Ашуры. То есть на следующий год он уже умер. Он сказал, если бы я остался бы, то есть на следующий год, тогда бы я еще один день прибавил. То есть
если 10-й день месяца Мухаррама мы держим пост, то я бы добавил к нему один и постился бы и 9-й день. То есть 9-й и 10-й день. И основная идея или основной месседж в этом его высказывании является в том, что мы должны как-то отличаться, да, в богобоязненности. То есть если Бану Исраиль, они один день постились, то мы постимся 2 дня. Если они там один раз молились, то мы должны молиться 2 раза. Ну, везде мы должны, скажем так, быть на передовой и в поклонении в первую очередь. Теперь, что касается, скажем так, фазаилов, то есть достоинств поста в этот день, в день Ашура. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил в хадисе, который передал Абу Хатада, радиаллаху та'аля, что сияму йаум ашура, инни ахтасиба аля Аллахи айю каффир санна лати кабляха. Я надеюсь, что Аллах, субхану ва та'аля, простит по причине поста этого дня грехи прошедшего года. То есть Мухаррам — это первый месяц в исламском календаре, он замыкается, да, то есть год на нем, с Мухаррама начинается Новый год. И вот все грехи, которые были в прошлый год, я надеюсь на милость Всевышнего Аллаха, что благодаря этому дню, посту в этот день, Аллах, субхану ва та'аля, он простит эти грехи. Поэтому пренебрегать постом в этот день ни в коей мере не надо. Надо уже сегодня готовиться, да, аккумулировать все наши ресурсы, силы, морально подготовиться к этому дню, что этот день еще плюс один, иншаллах, по милости Аллаха, мы будем поститься. Надо нашим женам об этом тоже сказать, детям, кто желает поститься, кто уже достиг возраста совершеннолетия. Также наши шейхи, они говорили, что вот Бани Исраиль, они в этот день тратили больше денег, да, то есть, скажем так, у них был праздник, и поэтому у них были столы, они что-то новое покупали. Если эта традиция будет, то есть мы купим что-нибудь больше своим детям, вкусненькое, да, что-нибудь там новенькое для себя, для детей, небольшое даже, то Аллах, субхану ва та'аля, по причине этого еще баракат на целый год даст. Ну, это, скажем так, достоверных основ этому повествования нету, но это практика людей, да, они так делают, и альхамдулилля, они это слышали у своих шейхов, они так делали, и поэтому они нам сказали, я до вашего сведения тоже довожу. В этом году у нас 10 число, оно выпадает на субботу, получается это 29-го, потом дальше у нас 30-е. Да? 30-е — это день принятия Конституции нашим суверенным государством. Это тоже праздник у нас своего рода. Почему? Потому что эта Конституция, она закрепила на законодательном уровне, что мы, то есть Казахстан, является суверенным государством. Аллах тоже нас спас от гнета этого атеистического общества, которое заставило нас забыть нашего Господа, превратить наши мечети в стойла для скота, которое подвергло геноциду больше 2/3 нашего населения, которое превратило нашу землю в полигон для испытаний. И по милости Аллаха, субхану ва та'аля, этот суверенитет нам был просто подарен. Так же, как Мусе, алейхиссалам, была подарена, скажем так, независимость и суверенитет от ига фараона. И так же, как он держал пост, мы тоже будем держать пост. И второй день, я имею в виду, то есть 9 и 10 можно держать, то есть и 10 и 11. Если мы будем 10 и 11 держать, то у нас получается суббота и воскресенье. И воскресенье — это у нас 30-й день. День Конституции. И в конце, перед тем, как мы сделаем ифтар, попросим Аллаха, субхану ва та'аля, чтобы он утвердил нашу независимость, чтобы он дал нам возможность распространять нашу религию, чтобы те люди,
который у нас в государстве сейчас находится не на совсем прямом пути, они нашли истину, нашли своего Господа и попросили у Аллаха милости, да, для нашей страны, чтобы он уберег всех нас, всех мусульман, от всех напастей, от голода, от других несгод, от болезни, от этого коронавируса, который до сих пор, к сожалению, продолжается. И поэтому, я почему говорю фикх хадисов, мы для себя должны брать айбрат. То есть везде мы должны для себя брать какую-то, скажем так, поучительную историю, делать вывод. Если этот народ спасся по милости Всевышнего Аллаха, потом он держал пост, то Аллах Та'ала, Субхану Та'ала, он нас тоже спас от этого гнета, да, скажем так, коммунистического, социалистического и всех остальных, и он подарил нам эту независимость. И мы тоже продержим пост и скажем шукр, да, слова благодарности Всевышнему Аллаху за эту милость. А у меня на сегодня все. Спасибо вам большое за то время, которое вы выделили. Я надеюсь, что наши лекции, иншаллах, полезны для вас. Если у вас есть какие-то идеи, еще какие-то пожелания по поводу дополнительных уроков, то мы готовы их выслушать и, иншаллах, принять во внимание и обязательно их организовать для вас. Пишите, подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.